Welcome to the United States. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Здравствуйте. Хочу посмотреть, поехать в парк. Вот. Взяла с собой камеру. По дороге поснимаем что-то интересное. Сегодня 24 февраля. У нас, наверное, начинается лето, что ли, потому что жарко вообще невыносимо. Вот сейчас у меня вечер без 10-6 часов. Уже 82 градуса по Фаренгейту. Вот, а днем было 89. Ну, днем это было около 32 градусов где-то. 31-32, где-то так. А сейчас 82. Ну, это где-то 28, наверное. Вот. Вот теннисный корт. Играют детки махенькие. Вот тут вот теннисный корт. Здесь столики для пикника. Можно покушать. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Стоит гриль. Есть столики, есть мусорные ведра. Вот так вот можно приходить сюда делать пикничок себе. Там вот детская площадка и вот детская площадка. Вот маленькие детки там играют. Можно праздновать день рождения здесь. Вот там вот есть под накрытием. Такие же, только под накрытием. Также есть гриль, мусорные ведра и большие столы. Вот от это, наверное, туалеты, я так понимаю. Вот во многих парках есть место, где можно просто вот попить воды. Обычная простая вода. Где тут включатель, где тут выключатель? А, вот так вот нажимается. И пить воду нужно. Во всех парках. Вот, а это туалет. Женский написано. Ну, по крайней мере, запаха никакого нету. Чисто. Вот, умывальники. Мыло. Мыло есть, вижу. Вот сушилка. Мусорный бак. Вот сам туалет. Очень чисто, кстати. Ну, хотя я здесь грязных туалетов и не видела, если честно. Вот так вот он выглядит. Два входа, женский и мужской туалет. Ой, там играют баскетбол. Я уже слышу, как афроамериканцы играют в баскетбол. Они очень громкие, все люди. Они неплохие, но громкие. Вот я вам покажу. Вот джунгли. Все такое. Какие-то тропинки есть. Ходить-то, наверное, можно. Вот там вот баскетбольная площадка. Играет баскетбол. А вот тут вот бейсбольное поле. Оно все за сеткой. Я не знаю, оно, наверное, открыто. Ладно, я туда не пойду, я их боюсь. И вот детская площадка. Сейчас покажу. Тут много детей. Ой, какая она большая. Вот какая она большая. Вот там вот качельки детки играют. Родители сидят. Смотрят. А деточки играют. Вот деточки пьют воду. Такая же штучка. Вот так вот. Умничка. Вот и все. Ладненько, все. Всем пока.
поехала забирать мужа с работы.